перемещаемся в город, располагающийся на берегах Волги, Волги-матушки. Ярославский «Шинник» дома на одноименном стадионе принимает подмосковные «Химки». Выходят уже. Кирилл, обрати внимание, под какую музыку выходят, да? Под Джека Воробья, пиратов Карибского моря. Я надеюсь, «Шинник» сегодня будут как истинные пираты. Интересный момент в составе «Химок» тоже займет место в воротах после потрясающей и первой встречи в составе подмосковной команды от Игоря Обухова. Да, ну и все, мы можем говорить о том, что встреча уже началась. С центра поля начали «Химки». Можно точно понять, что точно так же, как и с «Нефтехимиком», в три центральных защитника будут действовать сегодня гости. Сейчас передача в штрафную, можно пробить, и Обухов, но и здесь спокойно левой рукой снимает сливки с перекладины практически, но эпизод хороший, и получается у нас первый удар в створ ворот. На Руденко пошла передача в штрафную площадь, он сохраняет мяч по своим контролям, точная передача, будет удар по воротам, 1-0, Химки! Дим, свои ворота, мяч срезается, но здесь как открылся по диагонали, внедрился в чужую штрафную. Олег Исаенко получил мяч от Руденко, а до этого, отметим, и такую предголевую передачу длинную. Мяч срезается, 1-0, гости на 20-й минуте выходят вперед, уже пару минут назад дали Шадринцев. Шадринцев, какой проход и передача, хорошая низом, 1-1, «Шинник» сравнивает счет, и это он! Илья Рубцов! Да, ты знаешь, как же все просто было. И вот у меня ощущение тревоги того, что «Химки» отошли от той игры, которая им помогла чувствовать себя комфортно на поле, помогла открыть счет в этой встрече. Отошли и стали они вот в этой глубокой обороне как-то не очень уверенно выглядеть. Очень быстро «Шинник» наказал своего соперника. Не было таких вот близких штрафной площади. Пошла навесная передача на линию. А сейчас 2-1. «Химки» забивают. И это центральный защитник, 23-й номер, Захар Волков. А вот это опять с трибуны. Что, стоите, футбол смотрите? Захар Волков. Ну, кто-то кричит, не считается. Мы будем разбирать, мы увидим повтор. Но, судя по всему, в момент подачи, в момент этого паса, все находились в правильном положении. Сохранил мяч для своих партнеров. В штрафной площади сейчас, ну, позицию. Долго улучшал, выбирал. Да, все улучшал. И удар состоялся. И Довне даже пришлось так прилечь на газон. Но мяч прошел мимо. Тэкбол и в пану здесь можно было поиграть. Но после этой атаки, потому что можно было забивать. Обухов играет. Да, просто великолепно. Я, правда, по траектории не понял, что это был удар по воротам либо прострел, но в любом случае реакции голкипера готов тоже поаплодировать. Именно помогает, не мешает. Исаенко открылся, передача и пал! Ой, какой момент! Тебе сверху виднее, но мне казалось, что мяч буквально облизал штангу. Берковский! Берковский! Довня! Дотянулся Довня! Ну, еще один угловой зарабатывают гости. И сейчас возможная игра рукой. Это штрафной? Это в штрафной был? Рядом с линией штрафной. Вероятнее всего, это был бы штрафной, но очень опасный. Вот так огненно, классно. С драматичной развязкой завершается эта встреча. «Шинник» терпит поражение.